Обеспокоены статусом дела об убийстве Павла Шереметы в Евросоюзе, Брюссель надеется на прозрачное расследование и привлечение виновных к ответственности. Так сказано в обращении представительства ЕС в Украине. Этот факт, как убеждены в Европе, позволит обеспечить доверие граждан к правоохранительным органам. С нетерпением ожидают суда по этому делу и в Соединенных Штатах. Об этом в Твиттере написала посол США в Украине Мария Иванович.